Здравствуйте, меня зовут Виталий Дикий, это канал Дикий Лайф. Мы, как всегда, приглашаем интересных собеседников и рассматриваем те темы, которые, в общем-то, есть актуальными и резонансными. Сегодня мой гость, политолог Кирилл Молчанов. Кирилл, добрый вам день. Да, приветствую, Виталий, приветствую зрителей, всех рад видеть, слышать. Спасибо. Кстати, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал Дикий Лайф. Я думаю, что здесь много почерпнуть можно интересного и очень, я думаю, занимательного. Кирилл, скажите, давно с вами не виделись. Я знаю, что вы сейчас находитесь на территории другой страны. Вы выехали с Украины. С чем это связано и когда вы это сделали? Ну, я еще выехал в конце апреля прошлого года. Кстати, выехал, многие там задавались вопросом, как я выехал. Выехал я абсолютно легально. Дело в том, что я прочитал в законе о том, что если там есть близкий родственник с группой инвалидности, там первый или второй, то можно спокойно покинуть Украину как сопровождающий. А что послужило причиной? Какая мотивация оставить Украину? Ну как, мотивации было несколько. Первый вопрос безопасности. Во-первых, очень много начало поступать угроз там, от всяких активистов. Там, то меня Карась разыскивал с ИС-14, то какие-то другие люди писали угрозы, вот, связанные с моей публичной позицией за последние годы. Это во-первых. А во-вторых, ну, я, честно говоря, не видел и до сих пор не вижу никакого для себя реализации в нынешних условиях. То есть, как таковая политическая жизнь умерла в Украине. Наверное, медиарынок тоже умер, соответственно, ну, как бы, есть какой выход из ситуации? Либо же переквалифицироваться в айтишника, да, наверное, как некоторые уже, я так вижу, ваши коллеги этим занимаются, бывшие ведущие журналисты. Ну, либо же просто можно сидеть, не знаю, у себя в квартире там, ну, вот, и читать новости. То есть, как бы, вариантов не так много остается, что там делать. А скажите, вот как начинается день Кирилла Молчанова за рубежом? Как? Я просыпаюсь, открываю Телеграм, открываю новости, читаю, развиваю свой Телеграм-канал. Кстати, кому интересно, можете подписаться, он называется «Молчанов на связи». Так вот, потом я решил вести международный проект. Я там напряг все свои контакты, попал в ПАСЕ, имел несколько встреч с депутатами, во многом попал в Европарламент, там тоже общался с разными представителями стран, и они все мне рассказывали, что у них, в принципе, нет никакой информации про Украину, что там происходит, кроме от ежедневной рассылки сайта president.gov.ua. Вот. И я так подумал, что, имея свои навыки, опыт, знания, там, политологической работы, я начал, я зарегистрировал свой небольшой институт в Германии, называется Институт изучения последствий войны в Украине. Вот. Создал англоязычный сайт, и там еженедельно я делаю пока что отчеты вот о том, что происходит в Украине. Ну, так взвешенно и объективно, не так, как это просто подается официальная государственная позиция. И рассылаю депутатам Европарламента, ПАСЕ, ну, сейчас думаю еще в Конгресс тоже слать, потому что на это есть запрос, и в принципе я вижу, что эту тему можно развивать, под это получать гранты и вести вот, бурную политическую деятельность. Ну, очевидно, что вы отслеживаете ситуацию в Украине. Давайте начнем с основного. Вот Зеленский обратился в вечернем варианте к украинцам и сказал о том, что он избавляется от всего, что мешает государству. Я так понимаю, речь идет о тех кардинальных кадровых перестановках, которые мы увидели. Ваше мнение? Мое мнение касательно перестановок кадровых? Конечно. Ну, они, думаю, скорее всего, связаны с внешними вызовами, а не столько с желаниями президента Украины менять коней на переправе, да, или команду, с которой он проработал, по сути, изначально. Вот. Мы прекрасно понимаем, что ситуация в Украине коррупционная, она же, наверное, никуда после 24 февраля не исчезла, да, то есть, ну, она как была довольно отягощающая все эти годы, так она и осталась, просто в условиях войны, наверное, было не принято на этом делать акцент на Западе, да, но вот так как за прошлый год я посмотрел вчера отчет, Евросоюз и Штаты в Украине выделили 31 миллиард долларов непосредственно прямой бюджетной помощи для покрытия дефицит это социальных выплат разных статей, вот, куда, кстати, входят и такие проекты, как «Большая стройка». Наверное, у них тоже как бы по истечению года терпение лопнуло, они решили поинтересоваться, куда уходят деньги их налогоплательщиков. Вот, но этим начал заниматься НАБУ. Я предполагаю, что нарыли много интересных материалов, после чего вот мы видели вчера громкий чиновник-опад с этими отставками.
Очевидно, что они сделаны на упреждение, как это было в случае с главой Нацбанка Кириллом Шевченко. Да, то есть он вначале подал в отставку, уехал, я так понимаю, в Вену, а потом через два дня появилось сообщение на сайте НАБУ о том, что ему заочно вручили подозрение. Ну вот я предполагаю, что сейчас будет какая-то подобная, наверное, тоже ситуация. Вот. Но так как офис президента себя уже снял ответственность, потому что эти люди уволены, то он, ну, наверное, репутационно будет пытаться отвести любые подозрения от главы государства. Но это небольшая волна, она переходит в определенный вариант цунами. Но скажите, я так понимаю, вы говорите о каком-то международном факторе, да, который повлиял на Зеленского принятие такого решения. Вы имеете в виду американцев? Буквально недавно у нас был директор ЦРУ Бернст и так далее. Да, я бы даже не исключал, что это можно было подвязать под дальнейшую не только финансовую, а и военную помощь, потому что только после вот громких отставок вчера-сегодня наконец официально пошли заявления о поставках тяжелой техники и танков. Возможно, и такой шантаж тоже был в наличии. Но тут важно что? Тут важно обратить внимание, что в принципе вся эта политика, назовем его коллективного Запада, она направлена на то, чтобы максимально очистить окружение Зеленского от его вот этих людей, которых связывают западная пресса с различными коррупционными деяниями. Для того, чтобы максимально его оградить от них, вот, и, наверное, попытаться взять под полный свой, в первую очередь, управленческий контроль. Поэтому я думаю, что следующий на очереди будет Ермак, ну, в плане желания Запада, если дальше развивать эту тему борьбы с коррупцией в Украине, поэтому ему надо задуматься, может приготовиться, потому что он, наверное, остался, наверное, сейчас единственным столбом возле президента, на котором держится во многом управленческая иерархия. Вот, и, наверное, его будут тоже пытаться оттуда выкинуть. Я так лично вижу себе эту ситуацию. Ну, Зеленский, наверное, будет сопротивляться усиленно. Кирилл, но скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, пока что только отставки, да? Каких-то результатов, расследований, очевидно, никто не оглашает. Хотя международные эксперты или аналитики, которые занимаются изучением так называемой борьбы с коррупцией в Украине, говорят о том, что среди тех фамилий или среди тех чиновников, которых вчера отставили, огромное количество имущества, я не знаю, там, финансовых сбережений в криптовалюте, дома в Европе и так далее, которые они даже не прятали и ни на кого не переоформляли. То есть вот как вот это можно объяснить? Тем более все это богатство возникло тогда, когда в Украине был пик войны. А что тут объяснять? Все как бы топ-чиновники прекрасно знают, что самое страшное наказание в Украине за коррупцию – это изгнание. Да, то есть это отлучение от вот этого бюджетного корыта и, собственно, снятие с должности. То есть никакой же речи там о конфискации имущества или о посадках реальных не шло никогда и, по-моему, сейчас не идет. Я хотел бы вас перебить. Дело в том, что Давид Жванья, глава фракции «Слуга народа», сказал о том, что весной мы должны ожидать колоссальное количество посадок. Где-то я уже это слышал. Ну, это да, это весна придет, посадки будут, это так каждый год говорят. То есть они как бы даже не меняются методички в этом плане. И поэтому вот я уверен, что тоже Тимошенко Кирилл, он прекрасно понимает, что ему ничего не угрожает. И скорее всего, я так думаю, он просто, как и бывший глава Нацбанка, просто выйдет за границу и все. И на этом, собственно, все его преследования возможные закончатся. Потому что никаких как раз таки уголовных дел по всем людям, которые вчера, кроме одного замминистра, мы вообще не наблюдаем. Вот, они как бы добровольно ушли, а почему ушли, они особо даже и не поясняли. Да. Так что я думаю, что вот в таком виде карикатурном это все и будет дальше продолжаться. Но, естественно, западным партнерам, да и, я думаю, украинцам будут рассказывать, что это действительно элемент чисток, очищения власти, в первую очередь, да, и вот путь на построение честного, справедливого и неподкупного государства. А что с этого получится? Ну, я думаю, получится, как и обычно, просто одних условных коррупционеров заменят новые. Вот, и так они и дальше будут по кругу друг друга менять. Кирилл, а чем вы можете объяснить, что увольняют как раз заместителей, но не руководителей министерств, не знаю, там, то есть, вот посмотрите, какой интересный факт. Уволили заместителя генерального прокурора Украины, не буду называть его фамилию. Сегодня прозвучала история о том, что уволено несколько глав прокуратур по областям. Те люди, которые были креатурами или с которыми поддерживал тесный контакт, уволенный первый заместитель генерального прокурора. Что касается ситуации с Кириллом Тимошенко,
значит, его уволили, но он якобы написал заявление по собственному желанию, но в то же время убрали всех руководителей военных и гражданских администраций, к которым имел отношение или с которыми контакт имел Тимошенко. Вот как это объяснить? Ну, это как раз таки объясняется тем, что уходит Тимошенко, уходят все люди, которых он, по сути, привел во власть. То есть, уходит команда, да, ну, назовем это там принцип корпоративной этики или солидарности, да, то есть, вот они все и уходят. Министры просто назначались больше, я думаю, непосредственно Ермаком по согласованию с Зеленским, а не Тимошенко. Вот, и поэтому они все, и тот же Резник, например, это вообще друг Ермака. Поэтому, несмотря на этот дикий скандал с закупками Минобороны, он, как ни в чем не бывало, остается на должности. Вот. Но, на насколько я помню, уволили заместителя министра, да, который отвечал за обеспечение. А вот, кстати, интересный факт, тоже обратите внимание, сегодня появилась информация о том, что мы уже проехали ситуацию с Министерством обороны и по высоким закупкам, по завышенным ценам. Но сегодня Госпогранслужба, оказывается, занимается тем же самым. Я думаю, что выводы будут сделаны в ближайшее время. Значит, кто-то сливает эту информацию, кто-то убрасывает в информационное пространство. Это целенаправленная работа, мне так кажется. А вы что думаете? Я думаю, это, вероятно, целенаправленная работа для того, чтобы отвлечь, в первую очередь, информационно от более крупного, от крупной отставки, от отставки в офисе президента. Потому что мы видим, что вся информационная политика Зеленского строится по принципу отвести от себя максимально любые подозрения, да, на уровень там, вот, депутатов, на уровень чиновников, на уровень правительства. То есть максимально вот, пытаться офис президента держать в таком стерильном положении. И как раз таки я бы не исключал, что для этого вот начинают различные выбрасывать эти вот скандалы периферийного характера, для того, чтобы потом не только говорили об отставке самого Тимошенко, которого связывают там с большой стройкой, и с, я помню, в ковидные времена там централизованными поставками масок и антисептиков в один крупный супермаркет украинский, и с распродажей гуманитарной помощи от западных стран в Украине, ну, то есть масса с чем человека связывают. Вот. Ну и чтобы как-то это перебить, вот надо что-то еще придумать, что это все не является просто отстранение одного там ключевого человека, а это вот там целая грядка, да, или по сути идет несколько ступеней в этом процессе нынешнего так называемого чиновникопада, то есть, ну, размыть ответственность это называется по-простому. Кирилл, скажите, а вот насколько я понимаю, в украинских реалиях говорят о том, что Тимошенко может быть назначен одним из руководителей там, военной администрации или, там, возможно, гражданской, то есть переведен на другой пост. Это охлаждает интерес, потому что многие ждут такой жесткой расправы. Ну, я имею в виду через суд, через расследование и как бы вердикт. Это правда? То есть все спустится на тормоза или все-таки нам ожидать какого-то взрыва информационного? Ну, я не думаю, что человек, который занимал такую должность и курировал такие общенациональные процессы, согласится идти каким-то одним из глав администрации, которых ранее он сам назначал, по сути. Ну, это надо как-то совсем упасть в глазах, наверное, самого себя. Более того, это тогда перечеркнет абсолютно все, ну, ожидания западных партнеров, и, мне кажется, и в какой-то степени, может, и украинцев на запросы на справедливость, неотъемлемости наказания. Сам я думаю, этого ничего не будет. Вот наиболее вероятный путь, это повторить, я же говорю, сценарий главы Нацбанка Шевченко. То есть вы думаете, что он просто выйдет за границу? Вполне вероятно. Ну, на какое-то время вполне возможно выйдет. Тогда у меня вопрос другого характера. Скажите, а почему Зеленский так долго это все терпел, и потом, как цунами, как снежный ком, нам на голову это все упало? Я имею в виду вот это колоссальное количество обвинений, особая активность НАБУ и, соответственно, крутые времена для этих чиновников. Я в скобках говорю. Ну, во-первых, как я вижу, стиль управления Зеленского за все эти годы состоит в том, чтобы максимально делегировать полномочия и самому не сильно вникать в тонкости процессов, да, то есть технически не интересоваться деталями, а вот. Там вот есть человек, который курирует большую стройку, пускай дальше и курирует.
Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, он склонен к, вообще не склонен к переменам, в первую очередь, к переменам управленческим. То есть у него есть команда, да, вот она практически, наверное, ну, именно близкий круг, вот, да, это вот Ермак, это Шефир, вот, там же сразу появился и Тимошенко. Вот они были с самого начала с Зеленским, и, наверное, ему просто вообще тяжело расставаться с людьми, которые, с которыми он пришел. У него есть какая-то степень доверия, вероятно, к ним. Вот. Поэтому он вообще не склонен, я так думаю, был ничего менять, если бы не вот определенные эти вызовы, связанные с бурной деятельностью НАБУ. Вот, которая постойте, наверняка... так все-таки НАБУ или внешний фактор? Вот, например, американцы... А НАБУ же-то является руками западных партнеров. Да? Вполне знаем, вероятно. Как создавалось, как там конкурсная комиссия из кого состоит, да, вот, и... сколько там внешних назначается иностранных аудиторов. В общем, это целая такая щупальца, назовем это так, внешнего влияния в Украине. Просто она не сильно эффективно изначально работала, но сейчас мы так видим, ее по чуть-чуть там подгонять начали последние месяцы. В надежде, что она все-таки будет выполнять свою функцию, то есть такую функцию, в первую очередь, присмотра от такого всевидящего ока, да, западных партнеров над, в первую очередь, финансовыми процессами в Украине. Но тут очень важно, насколько это НАБУ потом сможет, или даже те подозрения, которые она выручает сейчас, она их начала на самом деле выручать довольно часто, ну, на более низком уровне, я так наблюдаю. И каким-то мэрам локальных городов, и главам администраций различных, и чиновникам, там, замминистрам. Ну, вот, насколько эти дела потом будут доведены до антикоррупционного суда, и там получат какие-либо приговоры вообще. Потому что с этим самая большая проблема. Я, например, смотрел, еще помню, когда был у нас предыдущий антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, он там 5 лет должен занимал. Так вот, по его ходатайствам в судах, по делам, которые он ходатайствовал, было всего лишь аж 2 обвинительных приговора с реальными сроками. Остальные это были всякие там сделки со следствием, там какие-то штрафы и так далее. То есть... Кирилл, а скажите, пожалуйста, а почему в Украине до сих пор не все равны перед законом? Потому что многие, если не большинство, считают, что вот эта пыль, которая была явные эти дни по поводу ярких перестановок, соответственно, заявлений НАБУ, ни к чему не приведет. И ваш вариант выезда за границу и прекрасного проживания на украденные деньги, он как бы абсолютно рациональным остается для обычного украинца. Ну, вопросы серии, как бы у Оруэлла в романе «Скотный двор», да, была фраза, что тут все равны, но некоторые равнее равных. Наверное, все-таки у нас, несмотря на все перетрубации и реформы, остался класс небожителей, люди, которые считают, что они дорвались вот до верхов, то им уже ничего не угрожает. И в худшем случае, как я говорил, им угрожает только отстранение или изгнание из властных кабинетов. Вот это самая страшная кара, которая их может настигнуть. И я пока не вижу, чтобы что-либо способствовало изменению этой ситуации, а военное положение, оно, по-моему, еще больше просто ее цементирует. Вот. Всегда можно теперь говорить спокойно, что цены на часе. Вот тут после войны вот вернемся там к нашим старым баранам. А, поэтому как раз это тоже один из аргументов, почему, мне кажется, власть не сильно заинтересована в прекращении военного положения, а наоборот, в продлении бесконечном, что дает бесконечные возможности и полномочия. Кирилл, скажите, а вот то, что происходит, это не является вариантом до начала избирательной кампании? Ну, понятно, что выборы, возможно, там будут перенесены, но все же быть на плаву, постоянно как бы выбрасывать в информационное пространство какие-то дела, какие-то заявления, это привлечение к себе внимания, и я думаю, что вариант продвижения в будущей избирательной кампании. Или я преувеличиваю? Ну, я, честно говоря... Вообще вопрос избирательной кампании, наверное, сейчас не является насущным для Украины. И я очень сомневаюсь, что они будут в этом году проведены, хотя они должны быть в конце октября парламентские. Вот. И там по активности там, других политических сил, там тоже партии Порошенко, например, или там Арестовича, вот, вроде как бы они там к чему-то и готовятся, но с точки зрения как раз-таки команды Зеленского, мне кажется, он никаким выбором не готовится и не собирается. Так как... Для того, чтобы они прошли необходимое военное положение,
снимать, либо же, я не знаю, менять закон, чтобы можно было время военного положения проводить. Ну, а тут вопрос, насколько эти выборы будут транспарентными и вообще, ну, демократичными. Поэтому я думаю, что у Зеленского все эти пертурбации вообще не рассматривают в рамках каких-либо выборов. Они рассматривают в рамках выборов исключительно ситуацию на поле боя и ситуацию военную. И от нее будут уже плясать любые избирательные кампании. Вы знаете прекрасно, что у Зеленского и его окружения всегда была очень короткая лавочка запасных. Всегда был кадровый голод, и мы об этом неоднократно говорили с вами на протяжении последних лет. А будет обычная тусня? Или что нас ожидает? То есть тех людей, которых сегодня поставили под домоклов меч, назначат на другие должности? Мы же видели, как набирали список избирательной партии «Слуга народа» в 2019 году. Да? То есть было какое-то ближнее окружение Зеленского, потом они начали там условно каждый приводить своих друзей и знакомых, те друзей и друзей и так далее. Ну, а потом они фрагментировались на группы, там условно там 95-й квартал, там условно Соросята, там, и там как люди Коломойского, допустим, еще там, и там случайно оказавшиеся. Таких тоже довольно много. Ну, сейчас, скорее всего, Ермак будет пытаться максимально вся на себя взять, я думаю, все полномочия по кадровой политике. Вот тот же Кулеба, которого назначили на место Тимошенко вчера замом Ермака, это человек Ермака. Вот, то есть мы наблюдаем усиление позиции Ермака, да? Да. А насколько это опасно для Зеленского? Кирилл, насколько это опасно для Зеленского? Хороший вопрос. Дело в том, что с точки зрения отсутствия у Ермака вообще какого-то либо публичного политического веса, наверное, для Зеленского он не является конкурентом, в принципе, в плане политики. Но с точки зрения, что он перетаскивает на себя все управленческие полномочия, это факт. Да, то есть, по сути, он таким себе является канцельери. Вот. При Зеленском, который является просто на данный момент рупором или публичным лицом или иконой даже, возможно, коллективного Запада там, в борьбе с Россией. Так что вот, я думаю, что как раз-таки в случае, если и дальше западные партнеры будут копать вот все эти коррупционные ниточки, то что, может закончиться так, что через Ермака так можно будет выйти и на самого Зеленского, если Зеленский не будет контролировать, чем он занимается. А как мы видим, он, по-моему, ну, не сильно вот, вникает в все эти кадровые назначения. Вот, да и больше, в принципе, привык как в квартале работать фронтменом. Вот. Так что, да, мы увидим однозначно усиление Ермака, но это никак, я думаю, не перетечет в его какие-то политические публичные амбиции. Ну, время покажет, на самом деле, как это будет выглядеть. Но я хотел бы спросить вас вот о чем. А насколько это бьет по самому Зеленскому? Вот в глазах обычного украинца, когда это один-два чиновника, ну, даже ключевых, это выглядит как исключение. Но когда мы видим, когда чиновников отстраняют волнами в разных секторах и в разных сегментах, это означает, что не все так хорошо в датском королевстве. Это должно каким-то образом касаться и самого Зеленского, который, возможно, был не в курсе или закрывал глаза на кадровую политику, которую проводил кто-то. Ну, например, Ермак, с ваших слов. Да, но мне кажется, это было бы большим скандалом, условно, в мирное время, да, это было бы, возможно, фактом создания различных парламентских комиссий по расследованию, крупных, в принципе, и громких заявлений от оппонентов, но на данный момент все же происходит по принципу «война все спишет», поэтому я вот с кем там не общался вчера в Украине, так, по-моему, в общественном сознании эти новости, так вообще, знаете, проплыли так по течению. Людей максимально интересует несколько вещей, да, это в первую очередь их личные блага, связанные там с наличием постоянной электроэнергии, вот, других, связанных с этим коммунальных благ, это зарплата, это работа, рост цен и, естественно, это ситуация военная, вот, а все остальное как-то оно уже так сквозь глаза пропускается. И я думаю, что как раз-таки, если Зеленский хочет провести какие-то ротации или пертурбации, кадровые чистки, то сейчас очень в этом плане удачное время, так как особо объяснять ничего, я думаю, общественности и не надо. Это правда. Давайте как бы на примере, да, вот рассмотрим ситуацию. Есть такой Лозинский, он в свое время работал с Чернышовым, с сентября месяца в его министерстве там региональном было расследование НАБУ относительно всяких коррупционных схем. Недавно этого Лозинского поймали на получение взятки в 400 тысяч долларов. Напомню, что буквально в ноябре его шеф Чернышов стал
главой НАК «Нафтогаз Украина». И уже эксперты и вообще сообщество пишут о том, что сам заместитель министра на то время играть в такие игры не мог. То есть как это скажется на Чернышове и его перспективах? Его подвесят, скорее всего, как и любого чиновника, как, на которого есть компромат от его заместителя помощника, для того, чтобы он был более лояльный власти. Плюс сам Чернышов, вот, если не ошибаюсь, тоже человек, вот, связанный с Тимошенко. Почему его не убрали одним махом, не имею понятия, но думаю, все-таки, если начинать еще массово чистить министров, так станет вопрос тогда вообще отставки всего кабинета. Вот, ну, я, в общем-то, к этому и подвел, потому что сейчас активно обсуждают тему, что на замену Шмыгалю, который оказывается не настолько эффективный, как от него ожидали, да и в мирное время, да и военное, готовят Кубракова. Вероятно. Хотя Кубраков тоже человек, который напрямую связан с большой стройкой, а это настолько уже стало притча во языцах, как при Яценюке был знаменитый проект «Стена». Поэтому я не знаю, там, кто из них более в этом плане святой из этих чиновников и кто сможет добиться назначения на высшую должность. Но мне лично кажется, с точки зрения имиджево-репутационной, Денис Шмыгаль полностью устраивает Зеленского как премьер-министра, потому что у него нет никаких амбиций политических. Он всегда выступает в тени главы государства. Он никогда, как Гройсман, на перегонки в свое время с Порошенко не ездит открывать какие-то объекты. Вот. Он полностью отдает лавры собирателя пиара главе государства, поэтому он для него абсолютно удобен. И менять его по принципу, ну, там, я не знаю, какому принципу, шило на мыло или, скажем, для чего? В обществе вообще никто не воспринимает, мне кажется, Шмыгаля как отдельно взятую политическую фигуру. То есть он конкуренцию никакую никогда не составит. Поэтому чисто с политтехнологической, имиджевой точки зрения, я вообще не вижу смысла замены правительства. Если Зеленский надеется, что какой-то человек, я не знаю, будет лучше двигать экономический блок, но в нынешних ситуациях, когда экономика практически остановлена, да, и не там может налоговые поступления не идут, исходя из военной обстановки, но я вообще сомневаюсь, что кто-либо, ну, что что-то можно в нынешней ситуации кардинально улучшить. Ну, вот. Так что, если это и будет сделано, то это будет сугубо договоренности, опять-таки же, на уровне, не знаю, там, возможно, там, окружения Зеленского с целью продвинуть каких-то более преданных себе людей, а не с целью там что-то улучшить в государстве. Еще одно такое яркое увольнение – это заместитель генерального прокурора Украины. Его обвиняют в том, что он на 10 дней уехал в Испанию отдыхать во время войны. Я не понимаю, нам либо что-то не договаривают, либо это действительно такое серьезное нарушение, такая серьезная проблема, что человека могут уволить с такой высокой должности. Мне кажется, таки, наверное, тоже здесь более глубинные вопросы. То есть мы что-то не знаем, правильно? Вероятно, да. Все-таки он тоже был связан либо же с Тимошенко, либо потому что я, например, смотрел, что на этого замгенпрокурора постоянно писали кляузы журналисты, аффилированные с грантовыми изданиями. То там схемы про него напишут, то, скажем, вот этот вот пул, связанных с Ткачевым, расследователей. То есть явно он на него взъелись как раз-таки представители западного лобби, я думаю, они поэтому и пролоббировали его отставку. Потому что сам факт того, что человек был 10 дней на море, но у нас Порошенко, главнокомандующий, во время тоже, по сути, войны, 2 недели был на Мальдивах, и ему все сходило с рук. Вот. Так что я не думаю, что вот этой новостью, если можно кого-то сейчас ошарашить, да, чтобы это стало главной причиной снятия человека с должности. Спикер Госдепа США Нед Прайс сказал, что Америка очень сильно приветствует антикоррупционное расследование и радикальные действия Зеленского. Вы не связываете это как-то, да, вот с последним решением Германии дать нам леопарды, с усилением как бы движняка по этой теме в Соединенных Штатах Америки? Уже начали говорить о том, что в течение года можно будет предпринять какие-то действия для того, чтобы в Украине появились Абрамсы. Ну вот как это все взаимосвязано? Или здесь нет никакого соединения между этими информациями? А мы с этого начали наш диалог с вами. Я сказал, что я бы не исключал этой связи, потому что до 24 февраля Запад усиленно, ну, назовем это честно, шантажировал Украину финансовой подушкой, да, то есть если не будет там
конкурс там в САП, то не будет там следующего транша, да, МВФ. Если не будет принята судебная реформа, не будет кредита, да, то сейчас я не исключаю, что они к финансовому рычагу подключили чисто военные. Вот. Так как, если посмотреть на это, опять-таки же, с точки зрения, в первую очередь, имиджево-репутационное, то для Зеленского как раз-таки промедление в наступлении Украины, оно смерти подобно, да, то есть он задал настолько высокую планку, что вот мы будем двигаться дальше и дальше, а для этого нужно, наверное, соответственно, вот западное вооружение. Поэтому он оказался в такой растяжке. Не будет вооружения, в первую очередь танки — это же наступательное вооружение, значит не будет наступления. Не будет наступления, значит общество начнет деморализироваться, значит западные партнеры начнут подталкивать постепенно к переговорам с Россией. Поэтому Зеленский, наверное, вынужден вот был пойти на то, чтобы разменять этих чиновников на военную помощь. Это довольно, наверное, грубо цинично, но скорее всего я бы и такого расчета не исключал. Скажите, а вот если мы уже начали говорить о военной помощи, по вашему мнению, Шольца дожали, да, что он принял решение все-таки передать несколько танков «Леопард», ну, то есть начать этот процесс? И хотел бы знать вашу точку зрения, а почему так было долго затянуто с этим процессом? Именно со Шольца дожали, это очевидно, дожали его всем НАТО. Вот. С чем это связано? С чем связано, что он долго сопротивлялся? Связано это с двумя факторами. Первый. Я вот как человек, который живет в Германии полгода, и могу вам сказать, что здесь очень пацифистские, антимилитаристские настроения в обществе. То есть здесь вот большинство немцев не разделяют вообще вооружение Украины. Тут каждую неделю проходят разные антивоенные митинги, разные демонстрации с целью как раз таки заставить Германию усадить Зеленского и Путина за стол переговоров. Вот связано это с прагматичными позициями, потому что инфляция продуктовая двузначная, цены на электроэнергию растут, на топливо растут, заводы закрывают, останавливают производство, как Volkswagen, потому что они не конкурентно с нынешними тарифами на свет что-то выпускать. Поэтому Шольц понимает, что это его избиратели, если он будет идти кардинально против их воли, то он просто, скорее всего, больше не будет канцлером, если вообще досидит до конца этой каденции. А что, воля обычного избирателя в Германии не давать леопарды Украине? Да, в Германии после 45 года общество взращивалось абсолютно пацифистских ценностях, и еще пару лет назад даже Меркель говорила о том, что у нас есть негласное правило, что мы не поставляем тяжелое вооружение странам, которые не входят в блок НАТО. Вот у них такая политика была десятилетиями. И для них это является на сегодняшний день во многом даже шоком для именно рядовых немцев. Поэтому я думаю, что политические последствия для зеленых, там, которые вообще партия пацифистов всю жизнь были, будут крайне и для социал-демократов будут печальны. Но это чисто политика. А теперь касательно прагматичного расчета. Дело в том, что швейцарскую одну газету, там писалось о том, почему Шольц еще не хотел передавать танки. Потому что прекрасно понимают, что их около 2000 на территории Европы. Страны, которые начнут передавать, они же будут вынуждены замещать эти танки чем-то. Вот. И замечательно, скорее всего, уже будут их не леопардами, потому что сам концерн Rheinmetall, который их выпускает, он уже 10 лет ничего не выпускает. То есть они могут там расконсервации снимать, но нет никакой линии производства. Им надо все это заново восстанавливать. Поэтому, как Польша, последуют, скорее всего, все остальные европейские страны будут замещать передаваемые танки «Леопарды» американскими танками «Абрамс». И тем самым Германия утратит классические рынки сбыта своей военной продукции. Вот. Поэтому как раз-таки Вашингтон усиленно подталкивает Германию дать добро всем странам на отгрузку «Леопардов», чтобы поскорее предложить на их место купить танки «Абрамс» М1, М2. Естественно, они дорогие, скажут, в кредит, мы вам кредит дадим под это дело, чтобы взяли. И тем самым просто-напросто будут осваивать европейский рынок вооружения. Вот это тут как бы нет ничего про Украину от слова совсем, это сугубо про деньги, да, и про рынки сбыта. Так а что вот мешает Германии возобновить производство этих танков? А это не так просто. Ну, во-первых, это, кстати, не только проблема Германии, это проблема еще и Франции, и Британии. То есть это три страны, где было производство танков, но за последние 10 лет они не выпустили ни одного нового танка. То есть они, по сути, остановили производство. А для того, чтобы возобновить линии, там, расширить базу, нанять сотрудников, для этого необходимо, уже посчитали, в среднем где-то один год. Ну вот надо потратить год времени. Что этого времени, наверное, в плане
военной помощи как бы Украина не готова ждать год. То есть поэтому надо передавать танки, которые есть в наличии там у того же Бундесвера, то есть снимать со своего вооружения. А это, ну, с точки зрения безопасности не очень хорошо. А с другой стороны, Штаты, имея огромное количество танков и развернутые линии производства, могут их быстро заместить и на европейском рынке. Так что как раз таки вот этого больше всего переживал Шольц. Ну, как я вижу, его до этого дожали. И поэтому, ну, я думаю, как минимум, вот Германия точно после этой войны будет экономически ослаблена очень существенно. А скажите, вот, Кирилл, насколько я понимаю, это выглядит как одноразовая акция? Или вы думаете, что Германия в дальнейшем будет то, что у нее есть в закромах, передавать? Я говорю о танках. Либо давать добро другим странам европейским, у которых есть эти танки. Я правильно понимаю? Нет, тут как раз таки ставка делается на то, чтобы собирать их танки всем миром. То есть там вот Германия даст 14, там Польша даст 14, там Испания даст, не знаю, может там 40, там Греция ничего не даст, у меня там с Турцией собираются воевать. Вот там Финляндия, ну то есть там Шольц же что-то написал, я только что читал официальную информацию, что у них цель собрать 2 танковых батальона для Украины вот от всех стран, у которых есть эти леопарды. Ну вот будут пытаться как бы к этой цифре прийти, я думаю, через пару месяцев. Вот. Ну, в любом случае, тема очень интересная. Я думаю, что будут разные заявления, которые будут предметом нашего обсуждения. Но я так понимаю, что лед тронулся. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время Министерство обороны будет уже активно говорить о каких-то наступательных действиях и, соответственно, раскрывать какие-то планы. Но вот что касается ситуации на войне, сейчас многие эксперты говорят, что определенный тупик, да? То есть временные успехи и ВСУ, есть временные успехи россиян, но как бы все готовятся к наступлениям. Речь идет о конце, я так понимаю, февраля, начале марта. По вашему мнению, вы же отслеживаете ситуацию, это затишье перед серьезной бурей, либо такая затяжная война, она выгодна Российской Федерации? Ну, если глобально, то время играет, мне кажется, в данном случае против Украины. Потому что, во-первых, есть запрос, да, который Зеленский широко так раз анонсировал касательно там того, касательно освобождения всей территории Афганистана 1991 года, там есть заявление подалека о том, что он там уже весной будет в Ялте на набережной, там Буданов говорит, что он летом будет в Крыму. Ну то есть, как бы люди наделали очень много громких заявлений, и их как-то надо начинать подтверждать действиями. Это со стороны политики, а с точки зрения, ну, экономической ситуации в Украине, скажем так, ухудшается. Инфраструктура разрушается, вот, люди беднеют, поэтому война точно затяжная, не на руку украинскому народу. Касательно России, да, мне кажется, ну, не надо быть военным экспертом, чтобы прекрасно понимать, что, ну, не проводят мобилизации там, в 300 тысяч человек с целью там удержания фронта или там вступления в переговоры или замораживания конфликта. Крупные мобилизации проводят сугубо для наступательных операций. Поэтому, я думаю, попытки будут с обеих сторон, да, в ближайшее время перейти в наступление. Вот Дуда говорил, что 2-3 месяца будет решающих недавно. Шарль Мишель, глава Евросовета, сказал, что 2-3 недели вообще будут решающие для Украины. Так что вот все как бы, весь, что мне это напоминает, честно говоря, ситуацию дежавю где-то конца января, начало февраля прошлого года, когда все западные лидеры говорили то же самое и параллельно эвакуировали посольство из Киева. Вот сейчас приблизительно такая же ситуация. Они все говорят то же самое, что там опять будут крупные боевые действия начнутся. Вот. А Украина, как и год назад, там, в лице Буданова, в лице Данилова, в лице других военных говорят, что мы ничего не наблюдаем, мы ничего не видим. Ну, вот в этом плане я вот вижу полное сходство. Ну, насколько это повторится, я думаю, мы с вами прекрасно это увидим в ближайших этих 2-3 месяца. Это все-таки довольно краткосрочная дистанция. Очевидно, мы будем отслеживать события, и это тоже будет предметом нашего обсуждения. Вот вы вспомнили только что Кирилла Буданова. На той ситуации вот сейчас с отставками, мы же знаем, что недавно был тоже уволен со своей должности с резкой формулировкой Баканов. Затем Кирилл Буданов выступил в СМИ с серьезными обвинениями в сторону бывшего руководства СБУ. Именно
Ивана Баканова. И рассказал историю с так называемым двойным агентом Киреевым, которого убили СБУшники, но он работал на Украину и, мол, принес много пользы. А вот как это можно объяснить? Что за неразбериха? Почему нет определенной координации? Как это выглядит? И почему Баканов, если он виноват? В общем, где он? И когда он будет нести за это ответственность? Ну как, он, как и Венедиктова, получил самое страшное наказание в Украине – это изгнание. Вот Венедиктова изгнала в Швейцарию послом, а Баканов, я даже, честно говоря, не знаю, где он находится. Ну, вот ситуация в этом плане абсолютно аналогичная, мне кажется, как и с другими топ-чиновниками окружения Зеленского. Он, в принципе, не привык своих бросать. Это во-первых. А касательно Киреева, знаете, это настолько мутная история, я даже не сильно докапывался в подробности, кто там у кого был разведчиком, а кто у кого был агентом Кремля. Ну я просто, да, если что... можно, иллюстрирую, я скажу, что Киреев был похоронен с особыми почестями, награжден орденом, и, в общем-то, о нем очень ярко и хорошо говорили наши военачальники. Мол, он сделал очень много полезного, потому что в свое время, благодаря связям, передал информацию о том, что на Гостомельский аэродром должна была прибыть военная техника и живая сила для атаки на Киев. Благодаря именно его сведениям ВСУ предприняли определенные меры, и этого удалось избежать. Вот в чем якобы его заслуга. Продолжайте. Ну, еще Буданов рассказывал, что он представлял Украину на вот этих вот двух, по-моему, встречах, которые были в марте месяце в Беларуси, в прошлом году в Гомеле, по-моему, это было. Вот. И что ему была поставлена задача затягивать время в переговорах. Ну, может, так оно и было. Но если вы хотите задать вопрос, почему никто не несет ответственности за то, что его убили, то ответ очень простой. Опять-таки же, это все, война все спишет. То есть никто сейчас не будет, я думаю, в этом разбираться. Никто не будет стравливать силовиков друг с другом, там ГУРС, СБУ в нынешних условиях. Поэтому ну, я понимаю, что совершено преступление, но я очень сомневаюсь, что кто-либо за это будет наказан или хотя бы публичен, или хотя бы даже отстранен там, от занимаемых должностей. Скорее всего, просто дело уберут под, как говорится, сукно, да и все. Но Баканову в первую очередь закидывали после войны тот факт, что большое количество на региональном уровне руководителей СБУ и, соответственно, рядовых оперативников и сотрудников перешли на сторону врага. Более того, что служба безопасности Украины в южных регионах не предотвратила проходы с Крыма вооруженных сил России. Ну и как бы, в общем-то, все это произошло, и никто за это не понес никакой ответственности. И тут обвиняли Баканова в неадекватной кадровой политике и внутренних каких-то сложных процессах. Ну, а что вы хотите? Баканов, если почитать его биографию, это юрист 95-го квартала. Ну, как бы это, ну, как человек, который никогда не имел ни оперативного опыта работы, ни опыта работы в правоохранительных органах вообще. Ну, что можно от этого человека, в принципе, было ожидать? Ну, у меня никаких завышенных ожиданий от него не было на этой должности, как, в принципе, от многих других людей с окружения Зеленского. Ну, это, поэтому, если уж так разбираться, так за его назначение несет персональную ответственность сам Зеленский. Да, так как он его подавал кандидатуру, он его согласовывал, парламент только проголосовал. Поэтому как тут вопрос должен уже быть более широким, кто несет за это ответственность. Вот, кто там карты минных полей этих в Херсонской области сдавал перед наступлением. Вот. И если Баканов действительно к этому причастен был, не потому, что он ничего там не понимал, да, и по сути совершил халатность, а если он еще был осознанно ее совершил, ну, наверное, это должно быть, как и в многих других случаях, предметом разбирательства. Но я уверен, что ничего этого тоже не будет. Потому что у Зеленского такая политика максимально вот, покрывать своих близких людей. Поэтому, ну, Баканов, я думаю, теперь спокойно может, я не знаю, где он находится, но навряд ли переживать, что ему что-либо даже после войны как в ходе каких-то разбирательств за это прилетит. Ну, в любом случае, за работу у любого ведомства отвечает его руководитель. В данной ситуации мы ничего не знаем о каких-то там криминальных делах, о каких-то расследованиях. И это наводит на размышления, как там врагам закона, друзьям все, да, если я не ошибаюсь. Но в любом случае, тема
неадекватного поведения в начале войны спецслужб Украины, она вызывает возмущение. И особенно удивляет огромное количество тех людей, которые должны в первую очередь заниматься национальной безопасностью, которые перебежали на сторону врага. Но я думаю, что после войны мы будем этим вопросом тоже как бы разбираться. Скажите, Кирилл, как вы считаете, вот по вашему мнению, переломный процесс в войне уже какой-то произошел или все-таки нет? Я бы сказал, что она просто перешла на следующий этап. То есть вот был первый этап, там вот назовем его этап до начала мобилизации в Российской Федерации, да, и вот с успехами ВСУ в Херсонской области, в Харьковской области, да, и вот сейчас после Нового года мы видели новый этап, когда, как там даже Арестович говорил, там существенно Россия усилилась количественно, да, мобилизированными, и начала переходить в локальное наступление. Вот Солидар, сейчас бои в районе Бахмута. То есть, я думаю, это просто следующий этап. Ну, теперь как бы шаг, наверное, за Украиной. Будет Украина проводить мобилизацию, чтобы тоже количественно можно было уравновесить соотношение сил на фронте. Вот. Отсюда можно все-таки вернуться к тому, что действительно мы в преддверии каких-либо крупномасштабных наступлений, потому что если не наступаешь ты, наступают твои противники. И тут просто надо будет смотреть, кто будет первый предпринимать эти шаги. Но если леопарды выделили сегодня, ну, наверное, раньше, чем через 3-4 недели, они в Украине не появятся. Я уже не говорю о том, что, наверное, надо как-то обучать экипажи. Вот. Поэтому, ну, если Украина планирует, то, наверное, будет весенняя кампания определенная. Так что я думаю, что переломного момента не наступило, если вот отвечать коротко на ваш вопрос. Он наступит, скорее всего, вот, после вот этих вот, вот это вот условно весенней кампании, да, и тогда можно будет приблизительно понимать, наверное, вообще о возможностях сторон непосредственно на поле боя. Кирилл, большое вам спасибо за ответ на мои вопросы, за ваши мысли. Спасибо нашим телезрителям. С нами сегодня был Кирилл Молчанов, политолог. Оставайтесь с нами, я имею в виду на моем канале, подписывайтесь на него. С большим уважением, Виталий Дикий. И до встречи. Встретимся через определенный промежуток времени. Спасибо.